выполнены 70% работы по строительству парка сада имени Бернацкого. Веревочный парк смонтирован, построена автостоянка, ну вы ее видите, футбольное поле ограждено, волейбольные поля, 3 волейбольных поля, баскетбольные поля, их сейчас достраивают. Освещение по территории парка разведено на 100%. Центральный вход выполняется, ну, согласно графику, будем говорить. Веревочный парк до конца недели будет построен. По устройству дорожек в ФМКе процентов на 60-70 дороги выполнены. Асфальтные дороги, вот сейчас вы видите, что укладывается асфальт. То есть я думаю, что работа идет нормально. Еженедельно, то есть по средам проводятся совещания с представителями всех генподрядчика, генерального заказчика, генерального проектировщика, то меня, технадзор присутствует, обсуждаются вопросы, осматриваются работы, которые ведутся на объекте. Каждую среду появляется депутат городского совета Бессонный Андрей Александрович, то есть он непосредственно смотрит свое, как говорится, высказывает свои негативы. То есть приезжая, привозил он тут людей, которые смотрели и говорили, что им нравится, что не нравится. Ну, то есть работа движется благополучно. Сейчас в данной ситуации тяжело говорить о сроках. Ставят срок 15 июля. Ну, не знаю, не могу прокомментировать эту ситуацию. Как бы люди работают постоянно. Сегодня вот было на совещании поднят вопрос, чтобы люди работали до 8 часов вечера и без выходных практически. Ну, как видите, все работают. Веревочный парк, ну, я просто, самый ближайший находится в Святогорске, а тут теперь будет в городе Краматорске. Он будет похож на этот? Нет, он будет совсем не такой, как Стрекоза, в нем будет троллеи, то есть сам веревочный парк, он сам по себе, а и конечный вариант это троллеи, то есть человек дошел до конечного пункта и спустился на землю самостоятельно, ну, по воздуху будем говорить. Ну и что еще из изюминок? Велодорожки, которых тоже нет в Краматорске. Тут будет 2 круга больших, то есть один от центрального входа и запитан, ну то есть 2 круга, они замкнуты между собой. Ну и на перспективу там есть развитие дальнейшего парка. Посмотрим, как оно будет реализовываться.